Наша программа сегодня посвящена творчеству народного художника Республики Казахстан Жанатаю Шарденову. И гостем сегодня является кандидат искусствоведения Амир Жалович Жадайбаев. И первый вопрос, который мне хотелось бы вам задать, связан, наверное, с особым местом, которое Жанатай Шарденов занял в национальном формировании, развитии национального казахстанского пейзажа. Как можно охарактеризовать особенность творческого метода этого художника? Прежде всего, хочется сказать, что действительно творчество Жанатая Шардена является очень ярким явлением в целом в искусстве, изобразительном искусстве Казахстана 20 века. Он непревзойденный мастер пейзажа, общепризнанный мастер ландшафта. И сегодня мы как раз это видим, что новое поколение воспринимает Шардена как нашего современника. Хотя при жизни он уже тоже был очень известен в своей среде профессионалов, среди любителей искусства. И все подчеркивали именно его особенности его творческого метода, художественного метода. Его живописная манера, она была неповторима. Особое такое пастозное письмо, очень осязательная фактура, которая берет свое начало, скорее всего, в том, что он изучал прикладное искусство казахов. То есть вот эта осязательность ковров, текеметов, она как бы так естественным образом переходит и в живопись. И также важно отметить, что его учителями были и французские импрессионисты, и когда он учился здесь, в Алматинском училище, его педагогом был Абрам Черкасский, известный художник-импрессионист. То есть эти истоки этого стиля берут свое начало, конечно, еще в годы ученичества. Но тут важно сказать, что Шарденов усовершенствовал этот метод. Он сделал его оригинальным и по-своему, то есть внес в него много своего личного. То есть, прежде всего, это эмоциональность яркая, спонтанность, непосредственность, импровизационность в работе. Когда мы смотрим на картины Шарденова, мы видим, что его работа действительно отличает очень плотный, пастозный, красочный слой. И с точки зрения обывателя, возможно, это не совсем рациональное использование красок и художественных материалов. Как вы считаете, чем руководствовался Шарденов, выбирая именно этот художественный прием? Шарденов, как бы, я думаю, что он пришел к этому методу не логически, а именно как бы интуитивно. Потому что, когда пишешь пейзаж, вот когда он писал пейзаж, я думаю, что он постоянно их переделывал, и поэтому слои как бы все увеличивались, и он, может быть, пришел к выводу, что действительно вот, эта осязательность красочной фактуры, она... Даже сам об этом он говорил, она позволяет ему выразить свои эмоции наиболее точно. Именно вот эта осязательная, массивная фактура живописная, которая присутствует на его холстах, картонах. Ну и здесь, наверное, уместно вспомнить о технике а-ля прима, когда он большинство своих произведений писал в один сеанс. Это было продиктовано чем? Стремлением запечатлеть кратковременное переменчивое состояние природы? Или необходимость завершить сразу работу? Или какой-то спонтанностью? Вот как вы считаете художественным приемом? Да, вы правы, все эти моменты присутствовали, конечно, потому что он был художник, он изучал историю искусства, он понимал, что работа а-ля прима, она несет определенные плюсы, позитивы именно фиксации первого впечатления, очень яркого. И смена природы, освещение, оно происходит же очень быстро. Поэтому художнику нужно в течение получаса иногда ухватить какие-то особые эффекты атмосферные. Конечно, он этим руководствовался. И я думаю, что в этом плане он был традиционен, потому что еще французские импрессионисты не работали в этом же ключе абсолютно. Проявлялись ли в его творчестве тенденции или тяга к экспериментированию? Если да, то как? Да, он все его творчество экспериментаторское, я бы сказал, изначально. С конца, как он начал выставляться в конце 50-х годов, он постоянно экспериментировал. Но опять-таки это шло как бы от сердца, а не от головы. Вот. В чем особенность Шарденова среди его коллег, и они сами подчеркивали, что Шарденов шел от земли, от своих предков. Он был из всех наименее теоретически подкованным, тоже об этом говорил. Он был самым простым, но в позитивном смысле, то есть, как говорил Садыханов, его коллега, Шарденов прост, но очень сложно быть простым. И его произведения тоже, в принципе, просты, но они и очень сложные. А в плане экспериментаторства, если мы посмотрим его последние работы, они уже практически абстрактные. Со временем
в связи с либерализацией и с тем, что он был очень заслуженным художником, ему разрешалось очень многое то, что не позволялось молодым, скажем. Сейчас об этом можем смело говорить, что Шарденов, он внес огромный вклад в развитие национальной культуры в целом, как открыватель нового вида пейзажа, и как личность именно национального художника. И сегодня, я думаю, что он стоит вровень с европейскими, мировыми художниками. И его еще недооценили, я думаю. Я думаю, что данный разговор, кстати, это один из шагов популяризации его творчества, которое действительно представляет собой уникальное явление в 20 веке. Глядя на эти клубы очень плотного, буквально осязательного дыма, невольно вспоминается легендарная серия Клода Моне «Вокзал Сен-Лазар», когда идет восхищение и этими металлическими конструкциями, и этими невероятными скоростями, и этой мощью, которая вместе с клубами дыма и пара вырывается в пространство, завораживая своей особенной красотой. Это вот явление техногенного мира. Совершенно согласна с Амиром Жалыновичем, который сказал, что отчасти Шарденов отталкивался от импрессионизма, но перерос его. И действительно, он искал и находил ту собственную индивидуальную авторскую манеру, которая и отличила его из всего многообразия других казахстанских художников. Это плотная, пастозная, очень необычная и запоминающаяся живопись. Создавая свои живописные картины, художник буквально замешивает краску прямо на поверхности холста. Причем толщина слоя порой настолько ощутима, осязательна, что красочный слой действительно достигает порой около 2 сантиметров или более. И благодаря этому картины сохли очень долгое время. Но интересно, что порой, стремясь повысить эффект вот этой выразительности внешней фактуры красочного слоя, художник даже вмешивал в нее специальные сыпучие материалы, создавая порой эффект запекшейся лавы. Но в этих удивительных абстрактных формах всегда возникала связь с природой, когда мы видим и возникающие кроны деревьев, и рыхлый снег, и совершенно завораживающее волшебное действие, которое художник восхищается, которым и стремится передать это в пространстве своей картины. Безусловно, Шарденов был очень талантливым и очень амбициозным. Когда он учился в Алматинском художественном училище, у одного из выдающихся педагогов 40-х-50-х годов, Абрама Марковича Черкасского, он даже говорил своим сокурсникам: «Я превзойду вершину мастерства своего учителя Абрама Марковича Черкасского». Ребята посмеивались, но сейчас мы понимаем, что действительно Шарденов во многом свое обещание сумел исполнить, потому что он действительно стал выдающимся мастером. И он, как и Абрам Черкасский, отдавал предпочтение жанру городского пейзажа. Причем обратите внимание, что создавая очень узнаваемые уголки Старой Алматы, наполненные особой атмосферой родного города, столь любимого как и алматинцами, так и приезжающими гостями, создавая образы родной Алматы, он делает небольшие камерные композиции. Собственно, почему? Потому что большинство своих композиций он писал непосредственно на пленэре. Он создавал этюды, которые писались а-ля прима в один сеанс, создавались буквально на одном дыхании, потому что художнику очень важно было передать вот это кратковременное сиюминутное состояние природы. Отсюда это особое состояние пасмурной погоды, этот столь любимый, знаковый, узнаваемый образ главной арки Центрального парка культуры и отдыха, любимого, излюбленного места прогулок горожан. И, конечно, особое состояние зимы, которое было особенным, любимым для художника временем года, и он писал ее, очень хорошо понимая и чувствуя это удивительное время года. Предгорье Алатау в произведениях Шарденова возникает в самых разнообразных вариациях. Ему, как и импрессионистам, было очень важно показать кратковременное переменчивое состояние погоды, природы, времени суток, времени года. И интересно, что его друг, коллега по творческому цеху, выдающийся акварелист Уке Ажиев, вспоминая творчество Жанатая Шарденова, говорил: «Жанатай, как никто другой, умел писать горы и снег.
Кстати, интересная особенность, что профессиональные художники знают, что писать снег крайне сложно. Снег с его множеством оттенков, с его специфической фактурой. Очень трудно написать вообще и в акварели, и в масляной живописи. И вот интересно, что в творчестве Шарденова снег и горы – это действительно то, что его больше всего вдохновляло, что он очень сильно любил. И тот же Ажиев вспоминал, что когда он однажды пришел навестить заболевшего Жанатая Шарденова, Жанатай сказал: «Если что-то случится, кто же будет писать снег и горы?» Это вот то, что его очень сильно беспокоило и вдохновляло. И взгляните в этой удивительной картине, сколько в ней света и воздуха, сколько в ней бесконечного ликования жизни. И еще один момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Стандартный размер большинства работ Шарденова, практически половина, может быть, даже и большая часть его творческого наследия, это стандартный картон размером 50 на 70. Почему? Потому что самый удобный формат, который можно взять с собой, что называется, под мышку, уйти в горы и писать свои этюды, которые дарят ему вдохновение, радость творчества и парадоксальным образом становятся значимой частью в истории искусства Казахстана. Натюрморт как самостоятельный жанр встречается у Жанатая Шарденова достаточно редко. Но уже в ранней композиции мы видим то, что он интуитивно нащупывал и стремился найти и отыскать. Это вот эта характерная, та самая характерная пастозная манера живописи, которую профессионалы называют такой технический прием словом «импасто». И вот интересно, что здесь в изображении цветов и их богатой затейливой фактуры, их пышных лепестков, вот это вот само стремление показать полноту цветения, как раз здесь очень важно для художника. Он ставит перед собой конкретную задачу передать не только цвет, но и вот эту объемность характерную, вот эту какую-то рельефность, почти скульптурность в живописи, которую он стремился искать и находил в своих живописных работах. И интересно, что это, несмотря на то, что работа, созданная достаточно в ранний период творчества, уже обладает теми узнаваемыми особенностями, которые сформировали авторский стиль Жанатая Шарденова. Эта работа подписана Шарден. Очень многие свои ранние работы он подписывал, откидывая окончание фамилии. И интересно, что известный художник армянского происхождения Мартирос Арьян сказал: «Раньше я знал одного Шардена, француза, Жана Батиста Шардена, но теперь я счастлив открыть для себя и казахстанского Шардена». Внимательно наблюдая и всматриваясь в природу, он очень чутко и тонко ловит и присматривается к самым разнообразным явлениям. Он очень хорошо чувствует фактуру горных тектонических разломов, рыхлость снега, фактуру кроны деревьев. Но его очень интересует и волнует еще и вода. Совершенно удивительная стихия, завораживающая, создающая игру и эффекты рефлексов, отражений. И вот здесь очень часто во многих композициях он фокусирует или строит композицию картины таким образом, чтобы одновременно передать и изображенный объект, и его отражение в воде. Поскольку это вообще удивительная и очень красивая медитативная подача отражений в выстраивании картины, но еще и, конечно, совершенно завораживающий в своем очаровании пейзаж, который запечатлевает раннюю, только едва начинающуюся осень. И художник широкими мазками кисти буквально лепит всю структуру пространства и в изображении этого небольшого домика, и крон деревьев, и, конечно, в отражениях, которые выстраиваются именно в водяной глади и создают некую параллельную реальность, не менее завораживающую и прекрасную, чем та, в которой живет художник и воспевает ее в своих книгах. Знаю, что Шарденов отдает предпочтение этюдам, обращение к монументальному формату произведений является достаточно редким для этого художника, почти исключительным. Безусловно, такую работу на этюде, на пленэре создать уже невозможно. Такая картина создается уже в пространстве мастерской. И художник вновь очень интересным образом соединяет элементы городского пейзажа с пейзажем гор, любимым
самым приоритетным для него. Художник изображает наш легендарную, еще одну нашу легендарную точку города Алматы. Это гора Коктюбия, любимое место прогулок горожан. И запечатлевает и создает он эту картину в середине 70-х годов. Здесь же появляется множество людей, потому что именно люди являются душой города. Они наполняют городское пространство жизнью. В центре композиции мы видим появление жениха с невестой, сцена свадьбы, которая всегда наполнена радостью, ликованием, какой-то особенной надеждой. И интересно, что горы здесь выступают как бы неким местом действия, некой сценой для того, чтобы разворачивалось то действие, которое изображает художник на первом плане. Но все равно именно горы становятся главным участником, по сути, за главным действующим лицом в этой совершенно удивительной, замечательной картине. Выбирая ту или иную панораму, выстраивая ее в композицию своей картины, художник каждый раз ставит перед собой определенные живописные задачи. Если это изображение ущелья с поворотом дороги, художнику очень важно не только четко выстроить композиционное решение, но и передать вот это предсумеречное особенное состояние. Для этого порой в виде цветовых акцентов, которые он наносит на поверхность холста широкой кистью, причем носки эти очень динамичные, подвижные, он порой выбирает очень яркие или насыщенные цвета, такие как, например, открытый синий или лиловые оттенки. И это помогает передать и атмосферу сумерек, и какое-то особое состояние синевы теней. То есть вот эта подвижность природная в игре света, светотени, в переменчивости погоды, это то, что он стремился улавливать и передавать при помощи визуальных средств живописного языка. Создавая многие свои картины, Жанатай Шарденов буквально балансирует на грани фигуративного и абстрактного искусства. Потому что многие его картины, на первый взгляд, действительно воспринимаются как абстрактные, оторванные от реальности. Но если мы начинаем всматриваться и прислушиваться вот к этим внутренним энергетическим вибрациям художника, мы можем почувствовать и увидеть рождение из хаоса конкретного живописного образа. «Симфония заката» называется эта картина, написанная в конце 70-х годов. И здесь совершенно удивительным образом художник, подобный импрессионистам, стремится во что бы то ни стало передать и запечатлеть кратковременный момент переменчивого состояния природы, когда закатное солнце окрасило в локально-красный цвет линию гор на дальнем плане, а постепенно сгущающиеся сумерки поглощают очертания предметов, и мы видим постепенно растворяющийся, изгибающийся силуэт дороги или деревья, которые окружают эту дорогу. Постепенно все это погружается в темноту, и в этом состоянии тоже присутствует своя гармония. И сложная гамма, сложное цветовое построение этой картины, безусловно, характеризует Шарденова как очень мощного цветовика и очень смелого художника, который действительно шел по этой грани обобщения между абстрактностью и реальностью. Так случилось, что свой последний час он встретил, когда писал очередной свой этюдный мотив в ущелье Медео. И, наверное, для творца это было большое счастье, потому что именно горы, главная любовь его жизни, встретили его и сопровождали его на протяжении всей его творческой деятельности. Это случилось через несколько дней после того, как он получил звание Народного художника Республики Казахстан. И, безусловно, признание его таланта как в пределах нашей страны, так и далеко за ее пределами говорит о том, что имя Жанатая Шарденова вписано в историю искусства Казахстана, а его прекрасные живописные работы по праву вошли в золотой фонд казахстанской живописи.